Что это все желающие, больше нету. Я могу новеньким ляж вступить. Так, раздаваку надо сразу. Слагаюсь. Вот это там. Да. Была озвучка нового Терминатора. Че, не слышно, что? Вот такое, как просто жесть. Сейчас тоже хуёлся? Вот сейчас отлично. Лёха, там он у Утилок сидит. Байер. Он его в рейд не закинул до сих пор. Он Сантей, наверное, не хочет, пишет. Может, вместо Сантея. Кому надо, кому не надо, босс. Начнём с этого. Плюс чатка. Так. Дула. Полина в рестора. Тогда. Так. Дальше. Вака. Давай. ДКшки со спеком танка. ДД спек у кого есть? Нет, нет. Никого нет вообще? Блокиллер, у тебя нету ДД спек? Да. Хорошо, отлично. Спек писал ДД. Я в хиле? Да, в хиле. Токен друидовский, кто будет забирать, чтобы я знал? Малдезар. Малдезар. Второй кусок нужен. Блять, я понимаю, что нужен по приору, кто первый. Так тут все одеты. Малдезар. Малдезар, ты знаешь, вот кто перед тобой и ролит твой токен? Кто? Монород, будешь брать токен? Народ. Он да. Народ брать, ты говоришь. Так у него же есть фулты. А, на оф. А мне хотя бы второй спек, ой, второй кусок, чтобы я ДПСил хотя бы чуть-чуть. Так у тебя танк мейн спек же вроде. У него ДД. А у кого ассист есть в рейде, нет? Меня. Кинь мне пойти. Плюс два работа. Чё, ладно, так поедем. Давай, бафуй. Все тут. Сумончи, все здесь. Это... Каски бафы? Бафы, да? Это Розария, раздай каски все. Ага, кулаки. Все, ДКшка, по чуть-чуть мобов собирай. А рыбки, каски не будет. Сейчас дадут вам. Резисты в дискорде? Да. Седьмая пати. Понял. Ладно, ехать.
А кто тут твин? Вода — это жизнь. Здесь, в запределье, она стала редким товаром. Кстати, Энхи неплохо дамажится. Уже бы, если бы походил бы там по выходным ДВ рейды, то это уже бы Энхи собрал бы. 4-5. Я думаю, да. Раздавалку бы точно обогнал. Раздавалка половины кнопок. Один тотем ставит. Не обязательно, блядь. Смотри, один рейд, допустим, та же целка 25 хремка, он уже, блядь, половину этого всего стоит. Каипа. Каждую неделю по-разному. Что там второй танк? Не всегда. Сейчас добавилась РСХМ-ка, так что всегда. Сейчас по четвергам, скорее всего, будет РСХМ УДВ. Так, короче, это... Что у нас есть? Белорус, расставь метки. Я назначу, кто в какой будет стоять, ставлю рыб, блядь. Лёх, я выйду из ДИСа минут на 15-20, пока ваешь. Выходи. Рыбу ставлю. Так, по позиционке второй фазы. Череп у нас, если что, стоит. Раздалака. Соло там еще тащит. Дальше. Ути, если что, стоит. По звездочке. Вага. Если что, стоит у нас печеньки. Дальше Рокки Бой стоит в трусах. В луне у нас стоит Малдазар плюс Блэккиллер. Дальше народ стоишь в черепе. Женаэн череп. Силобездный. Луна, Казум, трусы, Нейлик, печенька, Сантей, звездочка, Делорус, приоритет там с той стороны, где этот луна, череп, Сантей, где звездочка, печенька, Казум, где трусы. Дальше. Лок, пускай видит, что видит, тот и бьет по хилам. Розария, ты череп стоишь, хилишь. Мосса, ты стоишь, трусы хилишь. Шамагол, хилишь луну. Полина, стоишь, хилишь печеньку. Элбрил, стоишь, хилишь звезды. Так, ДКшка, на первой фазе танчишь босса, на второй фазе... Большие страйдеры будут такие выходить, блядь. Кайти. Ты просто нажимаешь на их таунт и кайти. Постоянно кидаешь по ним оковы. Таунт оковы и так далее. Я на гвардейцах, Библ, если что. Короче, стой приоритетно где-то со стороны печеньки, звездочки, где-то в этой позиционке. Если гвардеец будет срываться, давай по мне на пул.
принципе, все. Леха, я тут... Кто хочет жить, фласки на сопрот пить. А, кстати, вот, я же не назначал никуда, я, да? Ну, я что-то прослушал, я не слышал или что. Короче, станешь в трусы. Ага. Даю проверку на баф на пул. Так, сначала я сейчас дам пару тычек по боссу, потом заберешь пистолет. Поехали. Прикольно видеть, когда в блок обил ковай шушка, которая стан дает. Поменьше лаги в вагоны. Да не отбегал бы как. Там она не дамажит. Все, ДКшка, можешь забирать на себя таунт и там дальше. База. Пометка у нас сошлись. Все, в метках своих стоите, бьете. На низ смотрите осторожно. Звездочка. Свободный РДД по гвардейцу. Прохидывается. Высокий треугольник. На меня идет, да? Че, лут групповой стоит, поставьте обычный. Леха, ты можешь поставить лут? Блять. Печенька зеленая. Печенька зеленая. Райдер в печеньке. Пойди. ДКшка там такой. Не подходи только. Похильте. Лучше там похильте.
Зеленый череп. Раздавака. Гвардия. Совеки. Вот, наверное, ДД гвардеец. Этот, Жнайн, подними монород. Аккуратно, то попрохиливайте. Просто треугольник. Зеленый треугольник. Слева треугольника быстрее. В текстах стоял. Тут бегает, наверное. РДД свободная, бейте. Сначала странника, потом... Бросай, бросай. Ебать. Где просил по лаге Элбрил? Он на мне был, как он бегал. Возьмите, кто-то в танк кинул. Я же большого кайчу, зачем вы меня кинули? Я созвел. Народ БР. Вагу, не надо ДК, ставь масса свой БР, дайте СС помочь. Не надо. Чё, добивайте там эту, милики гвардейцы, РДД, прихите Вагу, РДД встанет. Страх. Не подходите в мегазону больше. РДД по этим статам. Слушай, только выбегайте. Босс и ужас. Вот, дай наперед перетаунти босса. Сюда вывожу босса. Как ты? Точно вперед меня становишься, и все лужу кидают под босса там. Таску, коли пал, закинь по себе. По кому? По себе. Катов только не проебывается, сбивайте. Ну чё, Гера, когда будет? Когда ты заткнёшься. Надо же, блядь, ставить пару слов. Таунт. Нажми таунт, выведи ее оттуда. Подали. Подали.
Давайте Геру. Живые герои. Охренеть, раздавака, я тебя передамажил, прикинь. А ты вот это триня апает коготь. А, вальши водили, да? Точно, точно. Я раньше сказал, я не тупой. Самогону 500 начислил. Так. Кет. Мейн спек надо кому? Вага, ну мощный, мощный. Давай я заберу. Без АГП, пофигу. А, и не, на офф тогда мосси отдай, если кому-то надо. Еще ж, кому, кто там, блядь, ролил? Не слышно? Да, слышно. Кому там тринкет на мейн спек надо, нет? Никто не ролил. На офф спек кому-нибудь тринкет, ну? Мосса хочет. А кто вносит вообще? Его пианист на БДК носит. БДКшки. Лучше. Так. БДК весьма. Такс, дальше что? Кинжал никому не надо, я так полагаю. Неликс распылишь. Дальше. На дух кольцо надо кому?